Наряду двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка России, двукратная чемпионка России. В 2018 году. Евгения Медведева и произвольная программа, поставленная под музыку к фильму «Мемуары Гейши». Называется аплодисментами благодарный зал российской публики, готовившей до отказа трибуны малой спортивной арены Лужников. Все-таки те эмоции, которые дарят нам фигуристы своими выступлениями, даже в рамках показа невозможно переоценить. Практически сразу после окончания контрольных плакатов Евгения Медведева вместе с тренерами возвращается обратно за океан, чтобы принять участие в турнире, который носит название «Осенняя классика». Он пройдет с 12 по 14 сентября 2019 года на льду канадского города Оквилл. И там, к слову, очень даже представительный состав собирается. В общем, будет крайне любопытно понаблюдать за этим предсезонным турниром. Из того, что мы увидели в исполнении Евгения в этой произвольной программе, вот в частности, каскад тройной сальков, тройной Ридбергера, а также стартовый каскад из трех прыжков, тройной лут, двойной тулуп, двойной тулуп.